Привет, друзья! Я рада вас приветствовать на YouTube-канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. Меня зовут Лариса, и мы находимся в Альгорфе. Это юг побережья Коста-Бланка между Торревьехой и Аликанте. Для того, чтобы познакомиться с проектами апартаментов и вилл от застройщика 3V, который строит как раз свои урбанизации на первой линии гольф-полей, рядом с гольф-полями, и выбирает прекрасные локации и видовые характеристики для своих проектов. И по локациям. Альгорфа относится к провинции Аликанте. До самого Аликанте вы доедете за 40 минут, до аэропорта Аликанте за 20 минут, до пляжа Гуардемар де Сигура, который отмечен голубым флагом, который имеет протяженность 16 километров, вы спуститесь буквально за 10 минут. И, конечно, Альгорфа и вообще вот эта местность здесь рядом, Рахалис, они известны своими гольф-клубами. В Рахалис это у нас Ля Маркеса, которым более 30 лет, в Альгорфа это Ля Финка, который представлен пятизвездочными спа-отелями, гольф-полями полноценными на 18 лунок, гольф-школами, клубами, ресторанами. И вообще это место очень любят жители северных европейских стран, сами испанцы, Англии, Швеции, Дании, потому что здесь очень красивая архитектура, все в едином стиле. Застройщики выбирают здесь земельные участки для покупки, для строительства своих проектов бизнес и премиум-класса. И в целом, конечно, качественная инфраструктура, которая привлекает туристов, для круглогодичного отдыха, потому что гольф-поля – это круглогодичные курорты, и для постоянного проживания, потому что здесь все есть – и образовательные и медицинские учреждения, и свои административные центры, супермаркеты, аптеки, школы, детские сады. И мы с вами посмотрим шоу-хаус на две спальни общей площадью 70 квадратных метров. И я сразу хочу обратить ваше внимание на дизайн, на цветовую гамму, которую застройщик использовал. То есть здесь натуральные, природные, теплые цвета. Это цвет камня, цвет дерева, цвет зелени. И несмотря на то, что мы рассматриваем апартаменты, квартиры, здесь две террасы и две своих зеленые зоны, два небольших садика в передней и задней террасах. То есть у нас полностью такое впечатление, что мы находимся в такой приятной природной зоне. Здесь впереди гольф-поля, то есть ваш взгляд не упирается в какие-то стены или соседние застройки. Рядом архитектура вся, которая около этого комплекса, тоже в едином стиле. Это либо стиль хай-тек, либо традиционный испанский стиль. То есть окружение, соседство действительно приятное, и застройщик это очень здорово отразил в цветовом решении апартамента. Итак, мы заходим, попадаем в просторную кухню-гостиную с кухней открытого американского типа. Площадь гостиной у нас с кухней 27 квадратных метров. И отсюда у нас выход на свою террасу, площадь 29 квадратных метров. И своя зеленая зона также площадью 30 квадратных метров. И далее давайте посмотрим две спальни, одна из которых мастер-спальня и санузлы. Мастер-спальня площадью 12 квадратных метров со своей ванной комнатой 4,5 квадратных метра. Полностью застройщик сдает апартаменты с укомплектованными санузлами. Во всех санузлах полы с электроподогревами, освещение, сантехника и мебель установлена. И также в каждой спальне встроенные гардеробы также застройщик сдает в таком виде, и как и с системой центрального воздушного кондиционирования. Мастер-спальня с комфортом размещается. Двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, также все в едином цветовом решении. И с мастер-спальни у нас есть свой выход на просторную террасу площадью 13 квадратных метров и свой сад также площадью 13 квадратных метров. То есть у вас полное погружение в природу. И далее у нас вторая спальня. Ее можно использовать либо как кабинет, либо как детскую спальню, как предлагает застройщик. Здесь у нас две односпальные кровати, также встроенный гардероб. Окна на ту же сторону выходят, что и мастер-спальня, то есть здесь вы будете видеть вашу террасу. Кстати, на террасу застройщик вывел все коммуникации, так что вы можете установить там либо джакузи, барбекю, расставить мебель, то есть использовать для своего приватного отдыха. И далее по коридору у нас второй санузел, также полностью укомплектованный.
И предлагаю подвести итоги к нашему обзору. Мы с вами посмотрели строящийся апартаментный комплекс. В этой фазе цены начинаются от 243 тысяч евро. Это цена на двухкомнатный апартамент с двумя спальнями, с кухней-гостиной, с двумя террасами. Также скоро выйдет в продажу вторая фаза, которая будет сдана в 2025 году, через 2 года. Там пока ценообразования еще нет, поэтому вы можете написать в комментарии или мне в личные сообщения для того, чтобы как только застройщик открыл продажи, я бы вам выслала сразу актуальную информацию. И хочу обратить внимание на то, что застройщик 3В – это крупный застройщик, который строит во многих локациях по побережью Коста-Бланка. И именно в этой локации около гольф-полей Альгорфа он также предлагает строящиеся виллы от 547 тысяч евро, которые можно рассматривать для получения визы инвестора, для получения ВНЖ. Поэтому, если вас интересует эта локация, она на самом деле очень статусная, премиальная, потому что здесь гольф-поля, они так же, как и первая береговая линия, служат центром притяжения для отдыха или для жизни. Пишите, вышлю вам актуальную информацию и по виллам, и по апартаментам. И обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы всегда рады вашей обратной связи, и с вами увидимся в следующем обзоре.